Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Marvel Битва Чемпионов. Приветствие в самом начале, давно этого не делал, но все-таки. Что ж, две недели не было видосов по игре Marvel Битва Чемпионов. И куда же я делся? В принципе, я никуда не делся, я просто-напросто пытался найти что-то в игре, что можно было бы записать, и я наконец-таки это нашел, поэтому и выходит данный видос на этом канале. Вот оно как. Вы спросите, что же за контент я сегодня увижу? Ну, я от лица вас говорю. Так вот, я отвечу. Вы сегодня увидите такой шикарный контент, которого еще никогда не было на этом канале. Я открою целых 8 кристаллов. 8 кристаллов. Да, это немножко смешно. Нет, это не смешно. Я серьезно 8 кристаллов открою. Это немало. И еще прокачаю персонажа до 4 ранга. И чтоб был какой-то некий эффект неожиданности, я не расскажу вам, что это будет за персонаж, а вы увидите его в конце. Какого же персонажа я прокачаю? И самое главное, не перематывать, потому что я знаю, кто-то сейчас перемотает специально, чтобы это узнать. Узнаю, ничего не сделаю. Что ж, погнали. Я переключился на главную сцену, как вы видите, вот она моя игра. Я практически 44 уровня, да, я не могу целый левел набить за месяц, и это немного странно, но да ладно, блин, какая разница, как будто бы кто-то интересуется левеками. Так, ну и что же мы сделаем? Сейчас мы перейдем для начала в магазин, Пыль Бесконечности, и приобретем кристалл 4-звездных камней пробуждения. Я надеюсь, что мне выпадет тот кристалл, не кристалл точнее, а камень пробуждения, который мне нужен. И что это за, вы спросите, класс такой? Это, блин, если бы я помнил на самом деле. В общем-то, в целом, чуть позже расскажу. Так вот, ладно, давайте перейдем сейчас на кристаллы. Я, наверное, начну с этого кристалла. Главное сейчас, конечно же, открыть и посмотреть, что же за камень мне выпадет. Я надеюсь, что фиолетовый. Именно фиолетовый. Да, я помню класс фиолетовый. Да, вот как-то так. Не суть. Открываем кристалл. Что ж, я не знаю, шанс дропа. Давайте глянем на шанс дропа, что здесь вообще написано. Такого интересного. 4-звездный камень пробуждения 100%. Блин. А я думал 101. Ну ладно, что ж. Раз, два, три, погнали. Вот они, фиолетовые камни. Вот этот вот мне и нужен. Вот, вот смотрите, я нажимаю, и он мне выпадает. Давай, 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 давай. Нет, только не красный, ну... Блин, ну зачем мне... Нет, только не этот. Ну нахера он мне нужен? Серьезно, что ли? Я реально ожидал, что мне выпадет что-то интересное. Блин, у меня какая-то точка красная на лбу, как будто со снайперки целится. Не суть. Камень пробуждения позволяет пробудить коронную способность 4-звездного чемпиона умений. Да, понятное дело, только зачем мне персонаж силы? Мне не нужен он. А, ладно. Вернуться к кристаллам. Посмотрим, кто у меня есть вообще. Возможно, кому-нибудь и пробудю. Да, именно я так и сказал. Пробудю что-нибудь. Следующий кристалл — это бесплатный кристалл. Это самые интересные кристаллы, которые можно открыть на аккаунте. Поэтому мы открываем его, получаем 500 монет. Далее, престижных. Два престижных кристалла. Это очень даже круто. Мы открываем их. Смотрим. Мне выпал... Йо! Джо Фиксит. У меня ни разу не было Джо Фиксита. Ни, по-моему, двухзвездочного, ни трехзвездочного, ни четырехзвездочного. И тут мне выпадает Джо Фиксит. Неплохо. Неплохо. Переобразовать. Это зеленый Халк, но только серый. Поэтому нормально все. Вернуться к кристаллам. Что ж, а осколки кристалла? Здесь у меня еще 4 осколка. Точнее, не осколка, а кристалла. Мы, конечно же, открываем их и смотрим, что мне выпадает. Один раз кручиваем, чтобы потянуть немного время, потому что этот ролик у меня должен продлиться 10 минут. Я не буду объяснять, зачем. Те, кто понимает хотя бы какую-то фишку в Ютубе, они поймут, зачем ролики делают именно по 10 минут, по 20. По 20, а не по 5 и 8, как, например, у меня половина видосов выходит.
Блейд. Мне выпал Блейд. Это говорит о том, что это очень и очень круто. Вы спросите, типа, Блейд, да это же говно. На самом деле это классный персонаж. Это крутой персонаж. Даня так сказал. Я ему верю. На деле я не знаю, честно говоря, классный это персонаж, либо нет. Четырехзвездочный так точно классный, а вот трехзвездочный, ну это почти как четыре звезды, только на звезду меньше. Не суть, открываем все оставшиеся кристаллы. Да, и мне выпадает, конечно же, то, что у меня и так есть. Окей, преобразуем. Так, преобразовали. Ну и, конечно же, Блейд у меня остается. Вернуться к кристаллам. Закрыть. И что у нас тут дальше? А ничего, больше у меня кристаллов нету. Нет, на самом деле есть один, но его я открою в конце, чтобы, знаете, потянуть немножечко. Так, что ж, давайте посмотрим, что именно тянуть. Время, конечно же. У меня сейчас, на данный момент, можно прокачать 4 персонажа. Кто-то, конечно же, будет за Спайдермена. Но нет, Спайдермена я качать не буду. Кто-то будет за Ночного Змея. Но я, кстати, планировал его прокачать, но потом передумал. Кто-то будет за Дормаму. Но нет, я его тоже качать не буду. Нафиг надо. И я прокачаю, конечно же, эту тянку, либо чувака в капюшоне, Гильотину. В общем, нажимаем на нее, нажимаем на улучшение. У меня как раз-таки есть и базовые катализаторы 4-й категории, катализатор мистики 3-й категории, и 4 альфа-катализатора 1-й категории, и 82 тысячи монет. Прокачиваем, а дальше я ускоряю все, и вы смотрите на то, как я прокачиваю данного перса до 40-го уровня. А? It's what he loves the most and will do forevermore. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, into the workshop that's been burning the midnight oil. He greets all the busy helpers in the midst of their toil. Все, я прокачал данного персонажа, трачу последние 10 тысяч монет, и рейтинг гильотины становится 3070. Чтобы прокачать до 5 ранга, мне потребуется 4 базовых катализатора, которых у меня, конечно же, нету. 4, опять же, не базовых, а катализатора мистики. И альфа-катализатор 1-й категории. И да, из камня пробуждения я, конечно же, ожидал то, что мне выпадет именно тот самый камень мистики, а, к сожалению, он мне не выпал. Да, реально, он мне не выпал. Мне вместо этого выпало то, что мне, по сути-то, и не надо, вроде как, особо. Ну, давайте глянем, может быть, потребуется. Нет, у меня ни одного персонажа нету четырехзвездного, которого можно было бы пробудить, кроме Электры. А на Электру тратить этот камень, ну, я думаю, это не самая лучшая идея будет. Лучше его сохранить, возможно, мне когда-нибудь выпадет кто-то более-менее интересный, и тогда я этот камень потрачу. Потому что Электрия, камень... ну, не особо, мне кажется, это нужно. Что ж, ладно, давайте сейчас на данный момент перейдем перед тем, конечно же, как этот великолепнейший кристалл открывать, который у меня остался. Перейдем на Блейда. Где мне выпал Блейд? Он где-то здесь был, я не вижу ни одного в очках. Да ё-моё, вот он где находится. Вот, конечно, если бы мне выпал четырехзвездочный Блейд, то тогда бы я, конечно же, коронку подарил ему, но, блин, он мне не выпал. Каким образом? Понятия не имею. Эх, я ожидал, конечно, четырехзвездного Блейда. Но да ладно, давайте прокачаем его. Сейчас на данный момент максимум я его могу добить до 10-го левела, но, в принципе, мне этого будет достаточно. Так, конечно, можно поубирать некоторые ИСы, они нам не потребуются. И дальше я смогу его качнуть, либо нет. Скорее всего, маловероятно, потому что чего-то хватать да не будет. Да, катализаторы способности 1-й категории. Это самая важная вещь на свете, наверное. Что ж, ну и последнее, что я, конечно же, сделаю, я перейду в кристаллы. Я перехожу в кристаллы, смотрите. И открываю
кристалл Войны Бесконечности. Выпадают персонажи из Войны Бесконечности с 2 по 4 звезды. Понятное дело, что мне выпадет двухзвездочный, поэтому давайте просто на это посмотрим и поржем вместе со всеми. Что ж, шанс дропа, давайте глянем. 4%, целых 4% то, что мне выпадет этакий четырехзвездный персонаж. Конечно же он мне выпадет. Давайте смотреть. Особенно, когда тут четырехзвездные раз, блин, я не знаю, 20 секунд проматываются. Да, именно. Именно. Зимний солдат мне выпал. Одному чуваку тоже зимний солдат выпадал, я над ним угорал немного, и теперь он мне выпадает. Отлично. ИС-8. Спасибо, спасибо большое за такой щедрый презент. Мне это так нужно для прокачки Блейда, допустим, поэтому я даже рад этому немного. И в целом все, да. Если что, сегодня кристаллов за деньги не будет, потому что денег нет. Как-то так, поэтому обойдемся без трат $30. Я думаю, это не самое важное дело на свете. Ну и на этом все. Я надеюсь, данный видос вам понравился. Вы посмотрите, я Блейда выбил. Я прокачал гильотину до 4 ранга 40 уровня. Что я еще сделал? А, и камень пробуждения получил. Коронки, коронные способности. Но, к сожалению, использовать-то я не смогу. Ну, а так, вроде ролик получился достойный. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.